В Ильском городском поселении состоялась выездная приемная главы района. Жители обратились к районной поселенческой власти с такой проблемой, как ненадлежащее состояние дорог возле 17-й школы в микрорайоне Царское село. Глава Ильского поселения Николай Головко заверил, что данный вопрос будет решен в ближайшее время. Помимо этого, к районному руководителю обратились и с личной просьбой оказать помощь в лечении ребенка, а также в покупке компьютерной техники для детей. Жители поселка Ильский поблагодарили местную власть за оперативное решение многих вопросов. Благодарность глубокую за то, что он заботится о людях, за то, что у вас такая прекрасная команда. Вот потому спасибо. Что какова глава, таков и гармонизм весь, понимаете? Да. Вот поэтому он спасибо заботится большое обо всех. И он это самое всегда спросит, что нужно, как. В общем, спасибо вам большое. Также в этот день на прием к главе района обратилась жительница станицы Убинской. Решить конфликт между соседями, возникший из-за проезда к частному дому по улице Партизанской. Адам Джарим выслушал все проблемы и пообещал совместно со специалистами принять необходимые меры по их решению.